Чуть больше недели осталось до выборов. В этом году берчане будут выбирать депутатов городского совета и депутатов в Государственную Думу. Избиратель получит 3 бюллетеня. 2 из них для выборов депутатов Государственной Думы по партийным спискам и по одномандатному округу номер 137. Третий бюллетень будет посвящен выборам в городской совет депутатов. Мандаты получат 33 народных избранника согласно количеству округов в нашем городе. Зарегистрировано было 187 кандидатов в депутаты Совета депутатов. Распределение кандидатов по округам очень интересно. На некоторых округах у нас 2 человека, на некоторых округах 10 человек. Из 187 кандидатов 9 кандидатов сняли свои кандидатуры на основании личных заявлений. То есть сейчас предвыборную гонку на сегодняшнее число у нас вступает 178 кандидатов в депутаты. Уже начали свою работу участковые избирательные комиссии. Они выдают открепительные удостоверения тем гражданам, которые в день голосования будут находиться за пределами города Бердска. По этому удостоверению за депутатов Государственной Думы и по партийным спискам берчане смогут проголосовать на том избирательном участке, вблизи которого будут находиться в день голосования. С 8 сентября участковые избирательные комиссии начали прием заявлений от граждан, которые не могут по состоянию здоровья прийти на выборы 18 сентября. Избиратель лично сам, устно, по телефону, либо с помощью соседей, родственников, может передать в участковую избирательную комиссию сведения о том, что этому человеку нужно, чтобы участковая избирательная комиссия приехала к нему на дом, и он выполнил свое конституционное право по избранию кандидатов. В настоящее время территориальная избирательная комиссия заканчивает подготовку бюллетеней для голосования.